Привет, мои дорогие подписчики и гости канала! И сегодня мы с вами будем разбирать посылки. У меня, как видите, их две. Одна вот такая вот коробочка. Я ее в Сдэке заказывала. Ну, точнее, я ее оттуда получала. Эту я получала на Почте России. Вот, они две совершенно разные. Там вы даже можете догадаться что-то, можете не догадываться. Одним словом, по форме вы... В эту точно не определите, а вот это, конечно, проще понять, что это. Ну, давайте-ка посмотрим сами. Я сама, если честно, не знаю, что там. Ну, как бы я так предполагаю, но я хотела бы вместе с вами разделить вот эту вот часть вскрытия посылки. Я начну с... Эту я пока не буду вскрывать, вот с этой большой. Тут, в принципе, все понятно. Тут у нас картина находится. Сейчас я вам покажу, какая. Сейчас я ее распакую аккуратно, и мы увидим. Итак, в посылке у нас оказалась вот такая картина по номерам. Вот такой вот рисуночек, если видно. Это две кошечки. Серии таких картин очень много, различные. То есть они тематические. «Два кота» называется серия. Вот. Это у меня будет отдельный видеообзор этой картины, когда я буду начинать ее рисовать. Сейчас я просто ее показываю, что было в этой посылке. Конечно же, я ее вскрывать, наличие там различных красок, кистей, сам холст какой, это я буду делать отдельно. А теперь я приступаю к самому интересному, на мой взгляд. Это у нас косметика должна быть, по идее. Сейчас мы посмотрим. В этой посылке, в этом пакете у нас вот такая коробка. Бокс. Я заказывала бокс азиатской косметики. Сейчас я буду смотреть, что же мне туда положили. Основное все я выбирала. Вот, но также я могу что-то и не знать, что мне могли положить. Итак, смотрим. Это вот такая вот маска огуречная. Здесь у нас все по-нерусски. И, возможно, мне придется искать в интернете описание, чтобы я могла, да, знать, какая она для чего. Ну, огуречная, я так предполагаю, что она увлажняющая, но, скорее всего, мне придется все равно дополнительно прочитать, если здесь мне не приложили никакой инструкции на русском языке. Потом медовая вот такая вот маска. Все эти маски я хочу также сделать в обзорах, то есть вам рассказывать про эффекты. Потом вот такая маска, пленка. Наносить, нет, это маска для зоны вот этой вот, как она называется-то, чтобы не было второго подбородка, за уши так натягивать, какое-то время ходить. Вот так она выглядит с розой. Мне дали на выбор. Была там не медовая, в общем, я не помню, жемчужная, по-моему, и вот такая, я выбрала вот такую. Следующее, это у нас идет тоже, затрудняюсь сказать, что вот такая вот угольная, либо маска, либо не маска, очень приятно пахнет. Я заказывала, я знаю там описание чего, что чего, вот, сейчас я вам напомню, я посмотрю и вам расскажу, что это и есть, какие у нас тут приспособления. Это я точно знаю, что патчи, вот в такой вот, как они выглядят, это с морскими водорослями зеленые. Здесь у нас идет Man Bang маска, то есть это маска глиняная, двухцветная. Здесь почему-то у нас есть этикетка с русскими, со всеми, с русским составом, там как нужно наносить, а на тех не было. Вот такая вот, то есть это двусторонняя маска, то есть она идет, получается, желтая часть это питание и увлажнение кожного покрова, а зеленая это предназначена для Т-зоны.
она имеет только функцию очищения. Так, вот такая тоже, мы ее обязательно продемонстрирую вам, как я буду наносить и какой эффект от нее получу. И это уже не входило в набор данного бокса, это я заказывала отдельно, это крем для лица с экстрактом черники. Такой у меня был сыворотка подобие, но она более для возрастной кожи лица. Вот, а это она как бы подходит всем. Тут она улучшает внешний вид, кожа приобретает здоровый, энергичный, ну, здоровый вид имеет, такой, как наполняется энергией. Вот такая вот получается такой крем. Как дневной, так и ночной, я так понимаю. В принципе, тут нету... Каждое утро и вечер после очищения лица, тут не обязательно носить там или вечером, либо утром, то есть он такой универсальный. Вот такие вот у меня наборы косметические. Если что-то, вот насчет вот этого средства, я потом отдельно буду, когда его тестить, я вам скажу, что это и для чего, потому что сейчас... Я, как бы, честно признаться, не знала, что здесь не будет русских текстов, чтобы я могла сразу же вам прочитать, что для чего. И поэтому я, как бы, не могу на память сказать. Вот. Но обязательно мы будем тестить, и я скажу, какие у нее вот этой штуки предназначения. Вот. Ну, патчи — это, конечно, классная вещь. Давно я не пользовалась. Ну, вот такой вот обзорчик был азиатской косметики. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Идея молодой хозяюшки. Всем пока-пока!